Всем привет! И сегодня я хочу сделать полезненькое видео. Надеюсь, что кому-то оно будет полезным. Сегодня хочу с вами поговорить о том, как же выглядеть более стройным с помощью одежды. И я сейчас говорю не о том, что мы должны выглядеть стройными, мы должны быть худыми или что-то в этом духе. Мы сегодня с вами говорим не об этом, мы сегодня с вами говорим о том, как же с помощью одежды скорректировать фигуру, чтобы у нее были более правильные пропорции, чтобы более правильно ее подать, если вам это нужно. Если вы чувствуете потребность в том, чтобы скорректировать вашу фигуру с помощью одежды, чтобы с помощью одежды выглядеть стройнее, скрыть какие-то недостатки, если вы этого хотите. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Просто надеюсь, что если кому-то эта информация будет полезной, кому-то я смогу помочь. Так что давайте начнем. Итак, первая вещь, которая, безусловно, поможет выглядеть стройнее, эта вещь, безусловно, поможет выглядеть выше вообще любому человеку, неважно, какого вы роста, это джинсы-клёш. Я считаю, что в арсенале у вас обязательно должны быть джинсы-клёш, желательно темного оттенка, потому что, опять же, темные оттенки, особенно у джинсов, они стройнят, вытягивают силуэт. Вообще темные оттенки вытягивают силуэт. Это как бы факт, это мы все знаем, потому что светлые оттенки немножко расплющивают, они не то что полнят, они просто немножко добавляют объемы за счет того, что они отражают от себя цвет. Ну, в общем, мы с вами поговорим об этом позже. Так вот, джинсы клёш бывают разные. Бывает клёш от бедра, бывает клёш от колена. В зависимости от того, что вы хотите скорректировать, вы должны выбирать тот или иной вид этих джинсов. Если вы хотите сделать ваши бедра чуть меньше, то тогда выбирайте клёш от бедра, потому что именно в этом месте ваши бедра как бы будут скрадываться джинсами, и джинсы будут удлинять ваши ноги будут казаться более длинными и более стройными. И если у вас ноги и так стройные, но вы просто хотите казаться выше, то выбирайте клёш от колена. У меня, например, клёш от колена, потому что я хочу казаться выше, а джинсы клёш ноги удлиняют невероятно. Просто вы можете казаться примерно в полтора раза выше, чем вы есть на самом деле, потому что джинсы клёш нужно носить обязательно с каблуком, и чтобы две трети каблука эти джинсы закрывали, а от того и лучше, чтобы они вообще весь каблук закрывали, но это кому как нравится. Джинсы клёш обязательно сделают ваш силуэт стройнее, они его вытянут, они вас сделают выше. За счет того, что вы будете казаться выше, вы будете казаться стройнее визуально. Обязательно попробуйте такой вариант, и, конечно же, выбирайте джинсы клёш на завышенной или средней посадке. У меня средняя посадка, но она вообще близка уже к низкой посадке у джинсов, поэтому я всегда ношу их так, чтобы верх вот этих джинсов был закрыт чем-то, свитером или чем-то таким, потому что, когда джинсы клёш вытягивают ноги, вы можете позволить себе более длинный верх, потому что ваши ноги будут более длинные, соответственно, вы можете позволить себе свитер не заправлять, вы можете позволить себе блузку, рубашку не заправлять, потому что джинсы будут очень классно вытягивать силуэт. В общем, присмотритесь к такому варианту, это работает беспроигрышно. Я почему сказала об этом сейчас, потому что это совет топ-1, как казаться стройнее и выше. Следующее, как казаться стройнее, как казаться выше, чтобы ваш силуэт был более вытянутым, это обувь в цвет вашего низа. Например, у вас черные брюки, и ваши туфли, конечно же, тоже должны быть черными в таком случае, тем более, если у вас вот есть вот этот промежуток между брюками, например, и туфлями, то есть вот эта вот часть вашей ноги светлая. Если у вас обувь будет в тон с вашим низом, то тогда ваши ноги будут казаться длиннее, потому что линия вот эта вот темная, она как бы будет продолжаться и заканчиваться. Если, например, у вас короткая юбка какая-то, да, и у вас телесные колготки, то, конечно же, лучше выбрать нюдовые какие-то туфли вниз, потому что ваши ноги, соответственно, здесь уже будут более близкими к вашим туфлям. И, соответственно, ваши ноги должны продолжаться и заканчиваться вот этими нюдовыми лодочками, например, которые будут удлинять ваши ноги дальше. Следующий совет – выбирать верхнюю одежду, жакеты различные, которые тоже можно отнести к верхней одежде. Например, у меня вот этот жакет сегодня, можно его тоже отнести к верхней одежде, потому что он более такой плотный, как пальто. Лучше выбирать свою верхнюю одежду и жакеты, если вы хотите казаться более стройным, более высоким, лучше выбирать их ниже попы, потому что, опять же, визуально у вас будет более длинная вот эта вот вертикаль, которая будет удлинять ваш силуэт и, соответственно, будет скрывать какие-то недостатки. Если у вас есть проблемные зоны в области живота, в области бедер, например, все это будет скрыто вот этой вертикалью, которая создается с помощью верхней одежды. Неважно, это пальто, жакет, либо куртка, тренч, все в таком духе. Чем длиннее, тем лучше. Следующий совет – делать акценты на самых стройных частях вашего тела. И когда мы пытаемся скрыть какие-то недостатки нашей фигуры, я, например, тоже этим раньше страдала, пыталась скрыть какие-то свои недостатки у моей фигуры, и когда я пыталась это сделать, я всегда акцентировала внимание на том, чтобы скрыть недостатки. Получалось так, что я скрывала вообще все достоинства, вообще все, что есть, и все скрывалось, и получалось одно какое-то нелепое пятно. Так вот, делайте акценты на самых стройных частях вашего тела, чтобы их подчеркнуть, чтобы их было видно лучше всего. Например, вы знаете, что
что у вас очень узкая талия. Подчеркните талию, например, в платье. Если даже вы носите жакет, подчеркните талию ремнем. Если вы носите джинсы, подчеркните также ее чем-то. Если у вас, например, запястья хрупкие, также откройте их, покажите, наденьте какие-то украшения, чтобы это было видно. Если у вас ключицы очень красивые, очень хрупкие, там руки, плечи, покажите их, откройте их, чтобы это было видно. И, соответственно, вот так вот можно постоянно по-разному расставлять акценты в зависимости от того, что вы хотите показать сегодня. Но я бы советовала, конечно же, всегда делать акцент на талии, ну, чаще всего, потому что это удобнее всего, это проще всего, и практически всегда с помощью любой одежды можно создать классный такой, знаете, силуэт песочных часов, просто подчеркнув талию и добавить чуть-чуть объема вниз и наверх. Следующий совет, как выглядеть стройнее, не мешать оверсайз с оверсайзом. Если у вас достаточно объемный верх, то ваш низ не должен быть настолько же объемным. Он может быть объемным, но он не должен быть вот пропорционально объему верха. Классные просто термины, у меня великолепные, как будто какой-то математик или физик. В общем, не мешаем оверсайз с оверсайзом. Если у вас оверсайз вверху, внизу у вас не должно быть такого же максимально объемного оверсайза. Вы должны сохранять вот эти пропорции, чтобы вы не были полностью как какой-то объемный, нелепый мешочек, шарик, который надел на себя все-все-все-все-все объемное. Это важно понимать. Например, если у вас очень объемный свитер какой-то, то лучше с этим объемным свитером, например, надеть не такие объемные брюки, чтобы они подчеркивали ваши ноги стройные. И на контрастах это будет играть, и вы будете казаться более стройным человеком. Так что попробуйте и такой прием тоже. Если вы мешали оверсайз с оверсайзом все время, объемный верх с объемным низом, лучше перестать это делать, если вы хотите казаться более стройным и более высоким. Потому что это как укорачивает, так и добавляет объема всему телу. Следующий совет, как казаться стройнее, это, конечно же, темные оттенки. Это, на мой взгляд, такой небольшой стереотип, что всегда черный стройнит и все такое, белый полнит. Это стереотипы, что что-то нас полнит, а что-то стройнит. Но темные оттенки — это не обязательно черный. Это может быть изумрудный, это может быть синий, это может быть бордовый. То есть все, что можно назвать темным каким-либо цветом. Потому что черный идет не всем далеко. Я это поняла совсем недавно. Также в белом нет ничего страшного. Белый не добавляет нам 10 килограммов плюсом. Просто белый способен добавлять чуть больше объема нашему телу за счет того, что все вот эти вот светлые оттенки, они отражают свет. Плюс, если это еще блестящая ткань, она работает как хайлайтер. Соответственно, она подчеркивает все наши объемные части тела, как хайлайтер на лице. Поэтому темные оттенки, они стройнят просто визуально за счет того, что темные цвета так работают со светом. Но единственный классный вариант, когда светлые оттенки не будут добавлять вам объема, это если они будут в составе монохромного лука. То есть с ног до головы у вас будет все светлое. Не обязательно, чтобы все было белое. Это могут быть какие-то схожие, близкие друг к другу оттенки. Бежевый, кэмел, там, белый и так далее. В общем, если у вас все будет, например, одного цвета с головы до ног, это 100% сделать вас стройнее, это 100% выкинет ваш силуэт. Неважно, это будет черный, белый, зеленый, красный, что угодно, какой угодно цвет вы можете выбирать и создавать с ним монохромный лук, и вы никогда не прогадаете. Следующий совет, как казаться стройнее, это длинные брюки, длинные джинсы, это длинные вообще вещи в целом. Мы уже с вами говорили о том, что чем длиннее ваш, например, жакет, чем длиннее ваша куртка и пальто, тем лучше. Так вот, чем длиннее ваши брюки, например, если они закрывают щиколотку, тогда ваши ноги будут казаться длиннее, потому что если ваши брюки очень укорочены и нет возможности их продлить, то ваши ноги будут укорачиваться, соответственно, с помощью этих брюк, потому что мы будем видеть только брюки на контрасте с ногами и будем думать, что вот наши ноги заканчиваются здесь. А, соответственно, это все укорачивает и, значит, делает немного полнее. Чем длиннее ваша одежда, тем лучше. Это касается пальто, это касается блузок, это касается джинсов, брюк и всего остального. Лучше берите длиннее, чем короче, потому что длинное можно подкатать, как вам нужно, когда угодно, можно чуть-чуть подрезать, если вам будет слишком длинно, но вот короткие вещи, с ними уже ничего не сделать. Следующее, если вы хотите казаться стройнее, если вы, например, хотите сделать ваше лицо более стройным, избегайте скругленных вырезов, которые выглядят как лодочки. Вырез лодочка — это такой длинный скругленный вырез практически от плеча до плеча. Они дополнительно не вытягивают силуэт, потому что эта часть у них скругленная. Все, что вот это скругленное, не подходит в тех ситуациях, когда вы хотите казаться стройнее. Выбирайте V-образный вырез, который очень классно вытягивает лицо, еще очень классно вытягивает силуэт и позволяет казаться более стройным. Это горлышко стойка, но это горлышко подходит только тем, у кого шея достаточно
длинная, ну или просто обычная стандартная шея. Для тех, у кого шея короткая, вы знаете об этом, что шея у вас короткая достаточно, горлышко стойко, может с вами сыграть плохую шутку, потому что подчеркнет вот этот момент, что шея у вас недостаточно длинная. Поэтому лучше выбирать V-образный вырез, он никогда вообще не будет тем вариантом, с помощью которого можно что-то испортить. Следующее, что поможет казаться стройнее, сделать ваши ноги стройнее, я бы даже сказала, это каблуки. Во-первых, это может казаться выше, во-вторых, это действительно может сделать ваши ноги более стройными за счет того, что когда мы ходим на каблуках, у нас ноги более напряженные, они такие более подтянутые, и, соответственно, они кажутся из-за этого стройнее. Тем более, если вы будете носить каблуки в сочетании с джинсами клеш, это вообще будет что-то нереально классное, и ваши ноги будут очень длинными, попробуйте каблуки. Избегайте только каблуков и вообще обуви с, опять же, скругленным носочком, скругленным вырезом, потому что все это добавляет полноты ногам, делает абсолютно непропорциональными их относительно вашего тела, и ваши ноги просто кажутся полнее в таких вот туфлях с скругленным носочком. Выбирайте что-то более вытянутое, что, опять же, вытягивает вашу ногу, продляет вертикаль всего вашего тела, а не скругляет ее, не обрезает в конце. Следующее. Как сделать лицо более стройным? Это не контуринг, это не про какие-то хайлайтеры и макияж. Ваше лицо можно сделать более стройным, просто убрав ваши волосы назад. То есть часто мы ходим вот так, вот. Часто мы ходим вот так, видите, как бы какие-то сразу круглые черты, какие-то щеки как будто. А вот только мы убираем волосы, наше лицо открывается, наши черты всем сразу видны, видны наши скулы, видны наши уши, то есть лицо сразу открывается, поэтому открывайте волосы, носите гладкие прически, носите убранные волосы, собранные волосы. Иногда волосы могут добавлять объема, если они у вас очень длинные, пышные, иногда распущенные волосы могут добавлять объема всему телу, это 100% информация. Если вы чувствуете это, возможно, вам стоит укоротить ваши волосы. Последнее, на что стоит обратить внимание, это высокая талия. Конечно же, куда без этого? Высокая талия делает длинными ноги, скрывает какие-то проблемные зоны в области, например, живота, в области бедер, делает фигуру более пропорциональной и, конечно же, делает все намного лучше. Поэтому не пренебрегайте высокой талией, берите даже не среднюю посадку, берите завышенную талию, высокую талию, чтобы ваша вот эта вот линия талии скрывала ваш пупок. В общем, да, это было все, что я хотела сегодня вам рассказать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.